Сухумские власти начали выдавать жителям региона заграничные паспорта. Документ выдается в первую очередь абитуриентам, выезжающим на учебу в российские вузы, а также тем, кто по состоянию здоровья должен выехать за пределы Абхазии. Как сообщили в паспортно-визовой службе сепаратистов, уже выданы первые 39 загранпаспортов. Впрочем, воспользоваться ими жители Абхазии фактически смогут только для поездок в Россию.